Ну вот, прошли уже мы около 9 километров от дома. Время 4 часа. Я думаю, придется нам еще идти ночью. Но погода хорошая, мягкая. Ну вот, такие вот ели у нас красивые. Снежок идет легкий. Ну вот. Вот мы проходим нашу площадку. Прививка тут. Деревья. Палочки все грызет. Так что идем дальше. Да, Ириса? Да.